Они – самое дорогое, что у меня есть. Они всегда были рядом и помогали встать на ноги. Я никогда не забуду их теплоты и заботы. Теперь я помогу своим родителям. О себе? О себе я уже подумал. Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Сохраните накопительную часть вашей будущей пенсии. 8 800 200 14 29. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Надежный фонд для вашей семьи. Узнайте больше прямо сейчас. Звонок бесплатный 8 800 200 14 29. Большую часть предстоящих суток Среднее Приобье останется во власти малооблачного и морозного антициклона. Лишь к вечеру скажется влияние теплого атмосферного фронта, которое, впрочем, ограничится пока лишь уплотнением облачности. Прогноз погоды представляет торгово-сервисный центр «Диски мира». С праздником весны вас и с 8 марта, любимые и любящие женщины, зеленого света и прямых дорог. В сети магазинов «Диски мира» с 1 по 15 марта в честь праздника скидка 10% на зимние и летние шины. Шины и диски – твердая уверенность на дороге. Днем по округу облачно, временами снег, на юго-западе сильный снег, метель. Температура воздуха от 0 на юго-западе до минус 18 на северо-востоке. В Сургуте и окрестностях облачно, временами снег, метель, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 6-9, в окрестностях города 5-10, ниже 0. Салон мехов «Греция» неизменно для вас. Все самое лучшее. Стиль, дизайн, безупречное лекало от итальянских и греческих мастеров. Роскошная коллекция шуб из меха норки, пальто из каракульчи, стильные жилетки из меха лисы и норки, итальянские пуховики. Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. Город Сургут, Университетская, 7, Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон мехов «Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. 16 марта солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Возможны слабые магнитные бури. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба.